пришел тренер набирать в школу набор детей на секцию спортивный туризм, спортивное ориентирование. Вот этим увлекся как раз. Пошел на тренировку, мне понравилось. На тренировках, на соревнованиях уже я увидел Анну. С детства и Анна, и Сергей в лесу ищут так называемые КПшки, контрольные пункты. Нашли куда более ценное. Любовь. Свадьба. Дети. Их учиты Афанасьевых двое. Старшая 6-летняя Злата и годовалая малышка Агата. Вместо детской площадки у сестер лес, канаты и другие дети, которых тренируют родители. Порядка 50 человек под руководством Афанасьевых покоряют новые вершины, преодолевая не только препятствия, но и себя. Перещелкиваемся наверху через самостраховку, спускаемся на дюльфере вниз, бежим, передаем эстафету следующему. Передать Сергею и Ане молодому поколению есть что. Оба мастера по спортивному ориентированию и туризму. За спиной масса побед как в региональных, так и во всероссийских конкурсах. Преодолеть в лесу десятки километров за день для Афанасьевых – дело знакомое. Даже когда местность видят впервые. Карты, компас и опыт в помощь. Знают, куда следовать. Направляют и детей. И тебе тоже тренироваться надо, это быстрее будет. Потом 3 секунды кому-то проиграешь. Если, вот как это говорится, там, главное участие, это вообще не про нас. Вообще, далеко не про нас. Если мы выходим на старт, то мы выходим за результатами на старт. Мы, в принципе, ну и муж у меня тоже, мы, вся наша команда нацелена на результат. Крепкие узы брачные помогают вязать и другие узлы. Дружная команда школы «Фаворит», где преподают тренеры, на этапе сборов на первенство России по спортивному туризму. Пензенские соревнования, в Ульяновске тренировки 6 дней в неделю. Физические нагрузки, кроссовые и технические приемы – все оттачивают до совершенства. Без подтягиваний, без пресса, без каких-то отжиманий, ну как бы тяжело здесь будет, ну, сами видите. Остаются самые выносливые и становятся частью дружной спортивной семьи. Маргарита Матюшинская, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.